Ты знаешь, зачем я дышу? Почему я здесь? Почему все это вижу вокруг? Почему все это вижу вокруг? Я где? Я запутался, во мне пустота. Я задумался, почему же не писал долго эти стихи, занимался другим. Но хочу жить, знаю, я хочу жить. Сто раз уже прокручивал все эти виражи. Сто раз мне говорили, как необходимо жить. Это плохая книжка, но с цветной обложкой. Открываю другую, но теперь осторожно. И теперь осторожен, ведь терпеть невозможно. Эти двери наружу, тут всегда без присмотра. Я мог взять и пойти, выбрать любую дорогу. Но сидеть заперти оказалось дороже. Я смотрю наверх, и я хотел уйти туда к тебе. И хотел уйти туда к тебе, но кричу мне. Хочу еще остаться, хоть с собой наедине. Останавливает то, ради чего я здесь. Как Прометей был к одному месту прикован. Знаешь, зачем я проснулся? Чтобы снять эти оковы, не видеть холод и голод. Знаешь, с кем борюсь я? Только с собой, ведь вижу этот луч света над головой. Меня зовут где-то, иду туда смело. Герой киноновеллы, моя мотивация — это мой страх остановиться и не делать это любимое дело. Я иду вперед, ведь только там я вижу смысл. Я иду вперед, ведь только там все мои мысли. Не буду останавливаться, не ищу награды. На листах оставлю свою жизнь, складывая фразы. И это все мое наследие. Каким бы оно ни было, оставит вдохновение. Как мало надо мне, как много надо мне. Я собираю часы, и мне нужно только время. Для чего все это, эти строки, куплеты, припевы, батлы, быть первым, тратить время и нервы. Идти прямо и верить, что все делаешь верно. Рифмы, пальчик, квадраты, так для чего же все это? Лишь сейчас нахожу эти простые ответы. Был мальчишкой тогда и шел попутно по ветру. Но в участии найдешь, если не путь по течению. Выбрал эту дорогу, чтобы жить в мире вечно.